сколько на самом деле в Москве сегодня очередников на улучшение жилищных условий. И когда будут переселены жители из ветхого жилья, из так называемых измайловских бараков, из ветхого фонда Севастопольской 17-19 и других подобных. Спасибо. Москва у нас имеет самый низкий показатель в процентах жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это всего составляет 0,5% от населения города. Если посмотреть динамику людей, нуждающихся и стоящих на учет, и количество семей, улучшающих свои жилищные условия, как я сказал, двумя способами, либо через субсидию, либо через натуральное предоставление квартир, у нас такое соотношение на одного встающего 13 улучшает свои жилищные условия. То есть 1 к 13 у нас сокращается, по сути, очередь. В настоящее время у нас 57 тысяч стоящих на жилищном учете. Тоже напомню, ну, наверное, без деталей, что очередь делится на две части. До та, которая стала до 2005 года, это 45 тысяч, и 12 тысяч нуждающиеся в содействии.